Всем привет! Мы Нэнси и Сидоров, мы представляем Московскую область, и мы очень рады, что мы в финале! Юлия Савич загасила нам звезду и сказала, что мы немножечко и будто бы не состоялись на сцене как дуэт. Мне кажется, между вами было мало взаимодействия, вот этого ощущения целостности. Мы, конечно, хотели сказать, что, наверное, потому что мы уже были тогда в составе трио на сцене, но решили попридержать козыри до финала. Итак, достаем козырь. У нас есть дочь, и с ней мы будем принимать участие в финале. Не на сцене, конечно же. Да, мы думаем, наша малышка будет сидеть вместе с нашей группой поддержки. Она будет главной в нашей группе поддержки за кулисами телепроекта. Поэтому мы решили на финал выбрать не слишком грустную песню. С этой песни, можно так сказать, начались наши отношения с Олегом в далеком 2017 году. У Насти был день рождения, и я долго думал, что ей подарить, поэтому решил, конечно же, написать песню. Мне первый раз посвятили песню, для меня это было просто, ну, нечто невероятное. Этой песне 3,5 года, но сегодня будет премьерное исполнение этой композиции под названием «Мне к тебе хочется». Знал же, чем покорить девушку, какое название ты выбрал?